Первый момент. Мало кто заметил на сегодняшний день, что все олигархи, грубо говоря, объединились. Да? Вы посмотрите, Стурза у нас олигарх, полуолигарх, да? Бывший премьер Калош. Значит, два ЦОПы, которые владеют журналом ТВ, который сейчас поливает грязью просто бездарно и вообще, я такой грязной компании еще не видел, да, то есть выходит Майя, типа, все нормально, с другой стороны, журнал льет, аж в могилу человека, отца Игоря не заходит, значит, рассказывает, что там кто-то у кого-то заберет у всех граждан румынское гражданство, что Украина закроет границу и так далее, вы посмотрите, какую истерику они там развели. Это при том, при всем, что румынский посол говорит, что неважно, кто будет президентом, отношения будут нормальные. При том, при всем, что с Украиной все тоже нормально в этом... Нет, так, это официальная точка зрения, тогда не надо истерить. Не надо истерить, не надо делать... Вот заявлений акценты. Официальных нет, а официальных лиц другого государства и каких-то шатающихся европарламентариев со стороны Румынии есть. И они дают указания четкие, кому как голосовать, кому сниматься с выборов. И почему не дадут. Я могу так поспать, теперь, или он будет говорить. Так теперь, пожалуйста, Стурза, пожалуйста. Стурза, ЦОПы, Плохотнюк. Господин Чеба. Вы посмотрите. Давайте я закончу. Дайте мне, пожалуйста, закончить мою мысль. Мне уже жалко, что нет у нас хронометража. Давайте я закончу свою мысль. Давайте заканчивайте. Для социалистов нужен электрошоковый ошейник. Пожалуйста. Значит, ЦОПы. Стурза, Плохотнюк и так далее. Никто не заметил, как они все объединились. Вы посмотрите, они просто Альянс за евро, вот на сегодняшний день, создали... Вы забыли сказать под крышей Вашингтонского обкома. Хорошо, спасибо. И это правильно. Пожалуйста, господин Антон, я честно не заметил, чтобы ЦОП объединился с Плохотнюком. А как? Вот не заметил. А как по-другому? Вот не заметил. А как по-другому? Плохотнюк голосует за Санду. ЦОПа голосует за Санду. Настасья, который кричал против, вместе с нами. Майя Санду не подписывает обязательства не сотрудничать с Плохотнюком. И находит любого рода вещи. Пожалуйста, господин Антон. Они все сегодня объединились против народа, чтобы было понятно.